День открытых дверей для клиентов Белгазпромбанка прошел накануне. Место проведения – Центр банковских услуг номер 104 – было выбрано благодаря своему удобному расположению. Офис находится в центре, на бульваре Космонавтов. Консультации по вкладам, кредитным линиям, новым сервисам и операциям. По таким вопросам давали конкретные рекомендации предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса, сотрудники банка. Практика у нас уже постоянная, она очень важна. В первую очередь, безусловно, для клиента. Клиент может прийти, высказать все свои чаяния, высказать свои претензии. Безусловно, мы все претензии слышим. Мы стараемся удовлетворить, если клиента, если не можем это сделать сразу, то, безусловно, мы это делаем позже. С одной стороны, для клиента это важно, с другой стороны, важно для нас. Мы видим обратную связь, мы понимаем, где мы недорабатываем, ну а где мы, в общем, выглядим хорошо. Доступность и открытость для клиентов. Такому принципу в Белгазпромбанке верны уже не один год. И это подтверждают не только цифры отчетов. В областном центре у банка большое количество партнеров, которые сотрудничают с открытым акционерным обществом более 10 лет. В рамках Дня открытых дверей руководство правления поблагодарило самых преданных клиентов. Тех, кто уже успел оценить политику банка, грамотное исследование тенденциям времени, высокий уровень обслуживания и, конечно же, индивидуальный подход. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, доля которого с каждым годом в сегменте экономики становится только больше. Это перспективное направление. Мы в Белгазпромбанке ориентируемся на этот сегмент. Мы в последнее время, знаете, даже объединяем подходы, которые, с одной стороны, мы уже там годами выработали для физических лиц. Сейчас мы переносим лучшие наработки на клиентов малого бизнеса. День открытых дверей – это в первую очередь возможность для эффективного диалога двух сторон. Объективная критика и интересные инициативы здесь встречались особенно. Проведение подобных мероприятий позволит улучшить качество обслуживания клиентов, сделает услуги более совершенными, а предложения – современными.